Давай сейчас сразу для разминки у нас белые, синие с той стороны, зеленые, желтые, оранжевые пополам. Отдаем пас, принимаем, добавляем ногами бросок. Точная, сильная передача. Поехали. Стоп! Точнее пас. И опять конфету. Куда вы поехали-то? Вот вдоль у вас 3-0. Атака. Это кто же побежал? Куда ты побежал-то? Клюшку на льду держите. В принципе, даже и хорошо, может быть, что пауза у нас появилась. Сыграли 4 игры, посмотрели, какие есть недочеты. Они, конечно, будут всегда. Вот сейчас немножко поработаем над ними. Есть время немножко, ребята, опять подгрузить и позаниматься физикой. Вот. Занимаемся там тактическими какими-то наработками. Ну, в принципе, все как бы нормально, и все условия у нас есть, и даже под два льда где-то есть. Поэтому все хорошо. Нарабатываем тактику, закладываем небольшой фундамент, чтобы играть и не уставать. Нам прежде всего мы налажим свою игру, как мы будем играть, а то, что там соперник, это уже ближе к играм будем решать. Ты ищи передачу, что ты ему подсовываешь-то, с ним игрок. У тебя в центре открывается второй игрок. Как только сильная, точная передача, у вас атака быстро идет. Вы входите в зону, одна-две передачи, бросок сходу. Чего вы там жуете-то перед воротами, блин? 3-5 передач, что вам даст в игре такое сделать? Мы работаем с командой высшей лиги. Ребята, идет ротация наверх, и поэтому, естественно, будут какие-то изменения. Будут ребята, и у нас конкуренция есть. Кто будет сильнее на данный момент, тот будет играть.